Приветствую всех еще раз, дорогие друзья, всем тем, кто только пришел. С вами Good Hunt, это второй этап групповой стадии Shadow Company Pro Series. И у нас команда Зорка против команды Equinox. После такого валидола, думаю, все отдохнули и готовы к следующим красивым моментам. Итак, Зорьку представляет Pinhead, Lucky One, Бабашка, Мамба, Урсач. И Equinox — это Грейс, это Lucky, Gold Apple, Steady AIM и Walt Disney. Готовы ребята стартовать, нажимают врываться в бой, прибрежный городок, и Зорька будет защищаться. Так, все вроде включилось. Все хорошо, и начинают прогружаться. Ну, с первого раза не заехало. 4 у одних, 4 у других. Урсач покидает поле боя, но печаль. Walt Disney, кстати, не первый раз не загружается, я обратил внимание. Не знаю, что у него с компьютером, но что-то нехорошее. Ладно, не буду троллить. И так, думаю, им там хорошо. Так, вылетает один игрок команды Зорька. И мы будем ожидать его возвращения. Пока не знаю, что вам рассказать. Матч недели прошел в пользу RockSkiz со счетом 8-6. Не знаю, кто станет соперником на следующем матче недели, но этот выдался просто на ура. Давно не было таких интересных матчей. Изивин и Квинокс пишут. Ну, я не уверен, кстати, что это Изивин и Квинокс. А я буду ставить на Зорку. Просто чтобы была интрига. Ждем. Готовность к бою курсача. Курсач не готов. Но это дефолт, мне кажется. У всех курсач не готов. Ту-ту-ту-ту-тум. Shadow Company. Вот курсач готов. Наконец-то курсач готов. И можно идти сдавать. Вступаем в бой. Пара-па-па-пам.
Итак, 9 игроков. Наконец-то врывается Walt Disney в последних секундах. И стартуем. Напоминаю, Зорька будет защищаться. Walt Disney и компашка будут атаковать. И посмотрим, получится ли матч настолько же интересным, как и предыдущий. Итак, Pinhead подходит уже вплотную на поджим. Втроем держится сейчас Альфа. Урсач держится респа. Он тоже очень быстро хлопанет, если что. И контрол-мастере включается. Голдепл очень быстро подходит сейчас. Ага, к ЦК уже подошли два человека. Запрыгивают потихонечку. Чекают, пока не запрыгивают. Есть нашив. Вот Лаки опасно пошел. Бабашка будет принимать. Смотрим. Если из ЦК будет выходить народ. Есть откид. Знает бабашка то, что там есть народ. И смотрим. Попадает бабашка в Лаки. Минус Лаки. Второй. Пойдет ли туда суваться? Ну нет, вряд ли. Теперь у Walt Disney особо желания это не будет там появляться. И будет выход медла. Откидка налево, откидка направо. И будет врыв втроем. Урсач получает хаешечку. И не стали выходить. Лол. Да, ну да, наверное, подождали откидки в обратку. Так. Сдаились ребята, Walt Disney получает где-то прострел с ВП и все-таки решили выходить. Уже много ХП потеряно, тайма тоже не так много и будут выходить. В медле трое, мансует, мамба забирает Walt Disney. Не получилось выйти и Урсач должен встречать. Выходит, с калаша не получается, одного только забирает. Грейс отвечает тут же хедшотом по нему и 4-3 в 2 уже, извиняюсь, стадиаим закрывает там мамбу. Ну и в медле ребята пока зажаты. Минуту 20 и решают отступить. Отступить под бету. Ну, в принципе, неплохое решение, наверное. Потому что вот Pinhead сейчас будет в одиночку принимать двух игроков. Стыдя им. Подходят очень медленно, аккуратно, правильно, 50 секунд остается, но сейчас придется врываться в плент очень быстро. Чекают от третьего лица, давайте смотреть, Pinhead будет принимать обоих игроков, сейчас может запустить даже в плента, и после этого уже будет разрулить. Врываются ребят в плент, Pinhead слышит, придется ставить, ведь дул стадиаим, выходит нашивать стеди, закрывает его с ВП, 2 в 2 ситуации, бомба успевает поставиться. И Грейс стадиаим против Бабашки и Лаки Уана. Бабашка подходит вплотную, забирает первого игрока. Бить второго, достает скорострел и кроет второго игрока. 3 фрага от Бабашки в этом раунде и раздефанная бомба. 1-0 становится в пользу Зорка. Белорусская команда. Квинокс 8-3, Зорка. Шо ж вы так... Не верите в Зорку. Я вот верю в Зорку. Смогут. Это победители LAN этапа, кстати, в Беларуси. Они выиграли первое место Тэч Лапса. Почему они должны проиграть? Не знаю. Доводы. Доводы хочу в чат услышать. По уровню? Ну, по уровню это здесь мало что значит. Walt Disney подходит вплотную. Грейс тут же с ней. Голдэппл, Лаки, стадиаим им в медле. Мамба. Мамба может выйти в мидл постреляться, но они тут крест-накрест держат, если будут выходить-то вдвоем. Грейс вот агрессирует, тут откинули налево очень много, сейчас будет прием крест-накрест. Стадиаим выходит, мамба начинает нашивать, одного забрал, нет, больше не получилось. Урсач помогает, пытается забрать голдэппл, скорша не выходит, Лаки хелпует и 2 в 3. Вот бабашка сидит в крысе, закрывает одного, остается голдэппл и Грейс. Выходит, ведь бабашку начинает нашивать, бабашка с пистолета и тут же пинхед забирает Грейса. 2-0 становится в пользу Зорки. Пока что ваши ставочки не работают, господа. Тунеядцы и обманщики. Урса с пинхедом. Начинает поджим. Пинхед. Откид под бету. Ой, какая гранатка-то откусила четверым очень плотно. Там тушки разорвало. Голдэппл, правда, наказывает за эту гранатку Урсача. И Pinhead будет принимать один. Или если будут выходить. Ну, там в ответочку граната Lucky One прилетела. Сейчас будет бомбеж. Лаки агрессирует Пинхеда. Лаки получил тычку, Пинхед тоже. Голдэппл первый отвалился. Сейчас может и Лаки также отлететь, если выйдет тот сбоку. Lucky One, Пинхед забирает еще и Лаки. И 4 в 3. 4 в 3, ребята ретируются, так сказать.
Мамба подходит вплотную, стыдя им взрывает Лаки. Ладно, Мамба прилетит, стоит хэдшот в прыжке по стыдя ему. 3 в 2 ситуация. Грейс, Уолл Дисней смещаются. Грейс будет входить в мидл. Бабашка должен закрывать мидлу. Закрывает. Минус. Уолл Дисней остается один. Будет выползать из ЦК. Полторы минуты еще есть. Выпрыгивает, видит Мамбу с бабашкой. Пострелялся, но надо уходить. 8 хп. Ну куда тут уходить-то? Я не знаю. Надо делать минуса. Как минимум парочку человек забрать. Хорошо, если Зорька проигрывает, ставлю статус слабый стример. Вид пинхеда, начинает шивать, ребята, на кону мой статус, нужно постараться, Зорька, пинхед, бабашки, хэдшот, ставит Уолл Дисней, нет, пинхеда не получается забрать, и 3-0 в пользу Зорьки. За дефенс пока что у Зорьки все хорошо. Итак, опять четверо идут под фонтан. Стэдди АИМ контролит аркаду мидла. Но бабашка опять в своем углу. Лаки, Стэдди АИМ. Мидл, мидл. Ребята забирают, там уже трое. И посмотрим, будут ли выходить. Откидка мидла очень сильная, будут выходить. Урсач должен принимать. С гранаткой 70 хп откусывает. Выходит Урсач наглую, тут же его наказывают. И бабашка там очень много на нем висит. Промахивается первый раз, но второй раз, понятно, стрельнуть не дадут. Мамба в плинте будет принимать. Есть, принимает первого, второго, нашивает, достает пистолет, пытается нашить третьего, третьего тоже забирает. Lucky One, нет, вот первый раунд отваливается. Отваливается первый раунд в копилку Equinox. Смотрим дальше. Но тут Урсач один почему-то прогрессировал, не получилось. Мамба вот сейчас поджимает мидл, посмотрим, получится ли. Лаки прокатывается снизу, слышит, это Мамба, видит. Лаки начинает нашивать, по спине все-таки попадает. Там есть еще игрок, у него же за спиной нет. Лаки разменивает этого игрока, но поздно. Тиммейта потеряли. Выпрыгивает Уолл Дисней, нашивает Лаки Уана. 3 в 3 ситуация. Бабашка в плинте, на хапа очень плотно. Голд Эппл его все-таки расстреливает. Стадия им падает от Урсача. Уолл Дисней возле плента идет аркадить. Урсача в спину, Урсач забирает четного игрока. Вот в спину так... Урсач забирает троих, склаша 4-1, становится в пользу Зорки. Но вот тут Урсач за предыдущий раунд, так сказать, отработал. Итак. Дефолтное расположение. 5 идут под фонтан. Лаки вот здесь в поджиме. Если его не зачекают, он может здесь очень плотно удивить. Уолл Дисней залазит, нашивает и... В окне он торчит, он не стал дальше пролазить. Пролазить дальше, вот сейчас может быть курьез. Курьез от Lucky One. Нет, не будет курьеза. Есть смещение в мидл, Gold Apple, за The Lucky находится в мидле и... Нет, возвращается Gold Apple. Что, нет, непонятно по команд. Спинхед отходит. Lucky получил хаешку. ХП на 40 где-то. Может, кстати, тоже коцан, да, на 41. Извиняюсь, не попал. Итак, 4-1 в пользу Зорки. Пинхед. Плынтье ждет. И сейчас будет выход. 5 человек на бету. Пропрыгивает один. Второй. Откидка в плент. Пытается принять Уолл Дисней. Не получается. Не вовремя достал гранатку. И вот бабашку отрезают. Здесь хаешкой 62 хп. Не получается закрыть ни одного игрока. Ситуация пока 5 в 2. Мамба одного игрока разменивает. Lucky One разменивает второго. 2 в 3 уже остаются. Бомба стоит. 33 секунды. Закрывает стадия им первого. Lucky One остается один. Выходит стреляться. Пытается зашить одного, да, зашивает это Лаки, но 4-2. Последний раунд перед сменой сторон. Пока что все. Ну, не знаю, наравне, наверное, идут. Если учитывать деф атаку, то примерно, наверное, раунд за 2 здесь так и есть. Итак. Урсач с пинхедом идут в поджим. Но не стали, не стали. Все-таки отошли. И опять 5 человек под бетой. Вот сейчас хаешка-то должна так плотно прилететь. Прилетела хаешка, но она как-то упала. Там вообще интересно, что не покоцала чувака, которому она залетела прям под ноги. Откидка на Урсу. Посмотрим. А вот Урсе прилетел на 35 хп. Итак, Мамба с пинхедом в пленте. Будут встречать. Лаки откид в плент, опять пропрыг на рез. Лаки забегает, тут же его встречает. Пинхед, Урсач тоже принимает. Уолл Дисней разменит Урсача. И 3 в 3 уже ситуация. Lucky One сбривается Уолл Дисней. Что же вы творите? Пинхед ставит хэдшот, выходит на второго, пытается нашить. Нет, стадия им разменивает его. И один в один с бабашкой. Бабашка почему-то нарез, и он, по-моему, подвис. Нет, пошел.
Пошел, пошел. 28 хп против 64. Будет ставить стеди. Стеди, стеди, гоу. Бабашка нашил на отход, но не попал. Ой, бабашки, там плотно залетело. Еще осталось вообще гроши. 14 хп. Нужно ставить хедшот. Или счет будет 4-3. И появятся проблемы. Шивает стеди Аима. Стеди Аим ставит фраг и забирает этот раунд. 4-3 становится счет. И это смена сторон. И, судя всему, появится у меня вскоре статус, что я слабый стример. Посмотрим. Возможно, Зорька за атаку тут сейчас начнет громить. Белорусская пятерка. Возможно, жаждет агрессии. Мамба. Lucky One. Пока что не жаждет. Дошли к Бетти. Смотрит аркаду. Бабашка уже отлетел от Лаки. Мамба. Подходит к Бетти, но очень аккуратно. Есть уже один размен в пользу диффенса. И нужно его как-то вернуть. Так, Old Disney вылетает хаешка, ну там на гроши какие-то. Тишина на карте, Зорька не агрессирует. Все очень тихо. Урсач выходит в мидл. С АВП. Лаки сместился в зигу. Который ДТ Лаки. Лаки Ван сейчас смещается в мидл. Нет, остался шуметь на бете. Урсач! Ставит хэдшот с АВАПа. И тут же идет отрезать хелпу, я так понимаю, с двадцатки, да? Он двадцатку пока никто не идет. Кстати, просто ждет аркады. В пленте есть уже Walt Disney. Давайте посмотрим, как будет принимать. Видео, он пропрыгнул шамабу. Пинхед. Прыгивает плент. Игрок начинает нашивать. Мамба с Lucky One дает серию разменов. Остается Gold Apple со Steady Aim. Steady Aim забирает одного. 2 в 2 ситуация. Контролит бочку. Мамба. Мамба. Урсач забирает Gold Apple. Остается один Steady. Есть по нему инфа. По Урсачу тоже есть инфа. Будет выходить стреляться? Нет, не стал Steady выходить стреляться. Но вот там очень такие коловые, коловые мамба. И они стягиваются. Просто стягиваются. Ну, наверное, это правильно. А почему нет? Можно уйти на бету. Если есть инфа стопроцентная по игроку, то почему нет? Урсач будет перекрывать отход к Б через зигу. И мама спокойно поставит. От третьего лица контроль. Как только стейди ломанется, тут же в спину ему выйдет Турса. И... да, выходит Турса, начинает наживать. Но стейди его перестреливает. Но мама вовремя выходит. 5-3 становится в пользу Зорьки. Ну, очень вовремя вышел Мамба. 9 фрагов у него есть. Фраг лидер своей команды. И первый раунд за атаку падает в копилку Зорка. Дефолтная установка. Мамба с Lucky One под беты. Урсач идет в мидл. В этот раз ДТ Лаки отваливает Урсача. Бабашка тут же по нему отвечает. Пинхед. Пинхед, пинхед под беты. Ой, под альфа, извиняюсь, в ЦК. Мамба с Lucky One. Вот они под бетой. Gold Apple отошел под альфу. Walt Disney один в пленте. Все пока что очень спокойно и непонятно. Steady Aim вот сейчас сидит справа. Возможно, бабашка его сейчас зачекает и вырубит. Давайте посмотрим. Чекает Steady Aim. Ну, Steady Aim успевает. Успевает среагировать. Забирает бабашку. 3 в 4. И Steady стягивается на рез. Пинхед будет выходить сейчас с ЦК. А Lucky One с мамбой будут пытаться сломать бету. Ой, какая гранатка хорошая. Почти без палева, я бы сказал так. Итак, Лаки. Надо как-то за свою гранату отработать. Лаки подходит вплотную, пытается отстрелить, кого-то найти в пленте. Мамба прокатывается, пытается нашить Лаки под Gold Apple. Он там одну тычку всего попал. Мамба. Ой-ой-ой, как же ему плотно напихали. Это 2 хп осталось, 3 в 4 ситуация. Где пинхед? Пинхед тем временем выходит. И вот сейчас может удивить-то, по сути, что будет ставить бомбу или удивлять. Стадия им забирает мамбу. Ну и решил остаться ставить. Ну, как-то зря, мне кажется. Lucky One тем временем разменивает Грейса. Тут же Walt Disney разменивает Lucky One. И Пинхед остается 1 в 3 с поставленной бомбой. Стадия им. Минус 1. 1 в 2.
уже тащибельно. Вот тут потерялся немножко пинхед, но ставит хедшот. 46 хп. 1 на 1 с Walt Disney, но Walt Disney настигает его. 5-4 становится счет. Всего-то не дотащил одного типочка. Урсач, Лакеон, что, попробует что-то сковать? Нет, все по дефолту. Мамба с Лакеоном получает хаешку в медле, очень плотную. Грейс вот тут же спиливает пинхед. Вот сейчас главное не агрессировать на Лаке. Лаки уже не раз тут отрезал в начале игры. Пинхед подходит плотную к ЦК. Здесь есть игрок в углу с ТДИМ сидит и... Лол, а он же сейчас получит в ухо. Или нет? Промахивается Пинхену в спину, пытается нашить двоих с дробовика. Нет, Пинхед его забирает. Голд Apple вдвоем с Walt Disney остаются против пятерых фуловых игроков. Бабашка закрывает одного, остается Голд Apple. Выходит, стреляться, забирает одного. Он тут же отвечает мамбы, и это 6-4 в пользу Зорка. Пара-па-па-па. Пу! Зорка пока что впереди. Несмотря на то, что они перешли за слабенькую сторону на этой карте. Это не мешает им набирать раунды. Так, 6-4. Опять все та же расстановка. Бабашка сейчас выходит с компашкой на мидл. Урсач подошел вплотную к пленту. Лаки. Лаки находится на подсадке там, вот на лесенке этой. Он не видит его сейчас за стенкой. Нет, Лаки уже спустился. Он находится за бочкой. Давайте посмотрим. Ждет Лаки аркады. Зачекал Урсу. Урса зачекал Лаки. Стыдя им разменивает бабашку. И все становится тихо. Но это размен был на бете. Под альфой все так же три типа, как и было. Урса выползает. Чекает. Теперь есть возможность смотреть от третьего лица. Мамба под бетой сидит в крысе. Урса, что будет делать? Пытается отстрелить респ. Не попадает по стадиаиму. Стейди смещается в зигу. Будет входить стреляться стейди сейчас. Лаки закрывает Лаки Уана. У них вражда. Все очень тихо. Мамба. Вот этот тип может ворваться и удивить. Но нужно ворваться вовремя. Нет, не получается. Голд Apple его закрывает. Остается этим пинхед. Выходит на Лаки. Лаки его закрывает. Это 6. 5. Да, плотненько. Итак. Урсач, здесь вот есть поджим. Очень-очень плотный. Голд Apple разменивает двоих. Уже забрал. Мамба тут же к нему отвечает. Мамба забирает и Голд Apple. И... Ой-ой-ой, вот сейчас может быть проблема. Закрывает стейдж первого. Второму не попадает. Лаки взрывает бабашку. Это будет 6-6 уже наверняка. Остается один мамба против двоих. И у него проблемы есть небольшие. В том, что... То, что он один, у него мало хп. Ну, точнее, 70 хп против двух хуловых игроков. Лаки там отлично принял. А не Б-сейф. Вот написал там. Да, отлично принял Лаки Бет. Так, мамба, что, придется что-то делать. Ну, он пока сидит на респе, но ждет аркады по джиму. Но, конечно, никто не будет поджимать. Мамба. 14 человек он же, кстати, расстрелял. Он такой самый борзый, я бы сказал, в этом матче. Всех больше наколотил. И есть шанс еще двоих-то оформить как нефиг. Ну, полторы минуты остается, приходится что-то делать. Вот выбирает идти в бету, а зря. Так, запалился один игрок здесь, прокатился. Ну и вот теперь есть раздолье. Ну, наверное, я думаю, он бэкнется. Он сейчас пошумит или нет? Нет, пошел на альфу. Нет, бэкнулся. Я читаю на ура такие фишки. Конечно, это развод на звук. Ждет сейчас поджима, думает, побежал ли кто-то ему в спину, но никто не побежал. И будет назад заползать сейчас. Там Лаки остался. Контролит он забег в плент. Грейс
в медле сидит от третьего лица, чекает все это дело, и мамба. Грейсу должно быть очень страшно, то, что мамба может выйти через ЦК. Если мамба выйдет через ЦК, типа как бы напихает ему в ухо. Поэтому Грейса должно это очень напрягать, и он должен нервничать. Мамба подползает, 44 секунды. Зачекает ли он лаки от третьего, зачекает. Лаки сидит в открытую. И чекает от третьего лица. Если сейчас поставит хэдшот лаки, то все может быть. Промахивается лаки, начинается нашив. 29 секунд. Второй раз промахивается лаки, выходит стреляться мамба. Нет, Грейс все-таки забирает, 6-6 становится, и совсем чуть-чуть остается. Вторая у нас валидольная, так сказать, игра. Первая закончилась 8-6 в пользу Роксов. Посмотрим, что будет тут. Ну, Зорька ни одной атаки не делала быстрой. Вот я заметил это. Я думаю, все это заметили, то что все атаки играются очень медленно. Все атаки играются через мидл. Урса пытается выйти, или кто-нибудь пытается выйти, бабашка, пытаются вскрыть, и только после этого... Бета вообще два игрока там постоянно разводящие. Они как бы первые даже не хавают на себя тайм внимания, они просто стоят на разводе. Не знаю, правильно ли это использовать только часть игроков в атаке, потому что как бы... Бету сейчас контролит один человек, Gold Apple. Ну вот остался там один маб, и вчетвером нужно вскрыть точку, которую контролит сейчас 4 человека. Бабашка. Ходит в мидл. На контролах подползают. Все очень тихо. Лаки, но все на той же позиции. Урса выходит. Откидка в тупую нычку. Лаки решил сместиться. На бочке. Сейчас есть шанс, что опять Урсе поставит. Ведь Лаки, да, Лаки ставит Урсе. Дефолт. Я не знаю, второй раз на одном и том же спотыкаться. Тут это даже не в одни и те же грабли. Я не знаю. Стэдди получил там... Нет, не показалось. Показалось, да, что получил. Ничего он там не получил. Мамба стягивается. Ну и вот выходит. Мамба простоял все это время под бетой. Не дождался ничего. Никого, по сути, не забрал. Лаки забирает второго игрока. Пинхед еще пытается к нему пробраться. Мамба с Лаки Ваном. Пинхед падает от Грейса. И уже беда. Мамба разменивает двух игроков. Тут же забирает его Грейс. И это 7-6 уже в пользу Эквинокс. Ну да, неуверенно играют Эквинокс, вот эти медленные атаки, причем они настолько прям вот одинаковые, что мне кажется, их уже знают и кто в какую секунду куда выйдет. Потому что действительно, два игрока по дефолту идут под бету. Lucky One с мамбой. Вот что-то решили поменять. Вчетвером сейчас находится либо башка минусует Lucky, ага, есть преимущество и возможно получится вытащить на ничью. Walt Disney в упоре будет встречать. Выпрыгивают игроки, начинают нашивать Lucky One, не получается, Lucky One его забирает. Три игрока здесь, Грейс уже дает префайры на заход в плент. Ну тут у него релот, и в это время ребята займут бочку. Нашивают Грейса, не получается у Грейса сделать минус, минус Грейс. Gold Apple сжимает по спине, одного игрока забрал, Стэдди помогает. И пока что 1-3 остается Gold Apple, скорее всего это ничья. Да, бабашка забирает спину Gold Apple. Как я и говорил, ребята поменяли просто атаку, вывалились толпой на мидл и сломали. Зачем нужно было очень много раундов подряд вот двух игроков отправлять на бету, чтобы они там просто халдили, чтобы они там ничего не делали, грубо говоря, и втроем пытаться отыграть, непонятно. 7-7, ребята, Эквинокс, Зорька, получают они по одному очку в группе, это ничья, и мы уходим на небольшую рекламную паузу. Никуда не расходитесь, впереди нас ждут еще интересные матчи. Сидим, ждем.